Уважаемые зрители, сегодня у нас в студии Юлия Путинцева. Юля, привет. Конечно же, поздравляю тебя с победой, но сейчас я у тебя буду спрашивать не только про теннис, потому что я знаю, что ты очень разносторонняя девушка. Oh my God, I'm all. Во-первых, совсем недавно ты получила мастер-класс по приготовлению сырников от замечательного шеф-повара. Я так и знала, что ты закончишь это. Ну, конечно, мне, как девушке, хочется узнать рецепт, но это я где-нибудь узнаю в кулуарах. Но расскажи нам, ты любишь очень сильно готовить? Да, я очень люблю готовить. Это на самом деле, это, знаешь, такой мой inner peace. То есть я, когда готовлю, я погружаюсь во что-то, ни о чем не думаю. Как-то, ну, не знаю, мне это очень нравится. И буквально вот недавно, когда я приезжала в Москву, я познакомилась с очень классным шеф-поваром итальянским Луиджи, который шеф-повар в трех ресторанах в Москве на Патриарших. Это Уголек, Пинчи и Уильямс. И я его все допытывала с этим рецептом сырников из топленой рикотты, потому что мне невероятно они понравились. И мне очень сильно повезло, он как бы очень сильно ко мне расположился и помог, ну, он мне показал, как их делать. И они на самом деле фантастические. Это будет твое коронное блюдо? Вообще, есть ли у тебя коронное блюдо? Вообще коронных блюд нет, я просто люблю готовить. На самом деле у меня даже своя книга есть рецептов. Я туда записываю, черкаю, вычеркиваю свои какие-то рецепты, ну, не знаю, как хобби. Планируешь ли ты выпустить свою книгу рецептов, полезных, неполезных, главная книга рецептов от Юлии Путинцевой? На самом деле там все рецепты полезные, потому что я пытаюсь питаться правильно, максимально. И, ну, записываю, даже у меня там блинчики какие-то белковые, вот, там какие-то рикотники, сырники, все время что-то придумываю, что-то надумываю, супы, ну, и так далее, и тому подобное. Не знаю, может быть, когда-нибудь удастся открыть, может, какую-нибудь свою маленькую кафешку где-то, и тогда вот туда свои рецепты запихнуть. Отлично. И книгу, и в кафешку твою обязательно придем. Да, спасибо. Помимо еды у тебя также есть увлечение. Где-то есть хэштег Concert Queen, если я да не ладно. Ошибаюсь. Ну да, меня да. там бывало и называли. Расскажи, есть ли концерт, который ты еще не посетила, но ты очень хочешь давно пойти на концерт этого исполнителя или группы? Да, есть такие. Я очень хочу попасть на концерт Тейлор Свифт. Это такой один из моих приоритетов в листе. Вот, пока как-то не попадаю в ее график, или она в мой, как-то так. Вот, на самом деле, в Майами, наверное, сейчас, когда вернусь, возможно, опять пойду на концерт Бруно Марса. Давно хотела на него сходить. Вот. Также есть еще парочка исполнителей, которым бы хотелось бы попасть. На самом деле еще даже есть русские исполнители. Фараон. Баста. Но Баста вот идем завтра. Да, поэтому завтра уже такой вычерк можно сделать. Ну и тудым-сюдым. Мы очень будем ждать твою информацию по тому, когда ты сходишь уже на концерт Тейлор Свифт обязательно. Конечно, это можете, мечта. Да, да. Увидеть это в Инстаграме. Да. За вот это лето какие концерты у тебя получилось ли внести в свой график турниров? Совпадало ли так, что турнир проходит, и вот завтра концерт, послезавтра матч, но ты пойдешь на концерт, ничего страшного, ты тренировку сделаешь утром, а на концерт все равно сходишь, тебя это не отвлечет. Получилось это? Да, у меня, кстати, получилось сходить на этого, боже, как вот, The Weeknd. Да, я ходила на него в Лондоне. Вот, и у меня так получилось, что я играла во вторник, концерт был в пятницу, поэтому, ну, было достаточно времени, и получилось, да, сходить, концерт был офигеннейший, мне очень нравится его музыка, его песни, и поэтому, да, это было что-то фантастическое. Иногда полезно отвлечься, знаешь, от всей этой турнирной суеты, вот, погрузиться во что-то другое, в музыку, в творчество, в готовку или еще во что-то. Вот, также люблю читать иногда книги, когда есть тоже время, вот, и, ну да, когда есть свободная минутка, пытаюсь отвлечься от этого стресса, этих матчей. И последний быстрый вопрос. Угу. Как бы твой идеальный отпуск?
это все-таки пейзажи Италии, где мы тебя часто видим в твоих социальных сетях, или это пляж где-то в тишине, вдали от всех? Какой отпуск ты предпочитаешь? На самом деле я люблю и то, я все люблю. Я люблю и аттракционы, я люблю и просто спокойный отдых на пляже где-нибудь на Багамах, лечь, ничего не делать. Также я обожаю Италию, Францию и другие европейские города, просто погулять по улочкам, посмотреть историю города. То есть я абсолютно разносторонний человек, если честно. Мне нравится все. Мне нравится и покушать, и кофе выпить, и сходить на аттракционы какие-нибудь, и в аквапарк, и, ну, вообще все. Вот завтра идем в музей, Эрмитаж. Поэтому, конечно, ты там уже была до этого? Да, я была в прошлом году, и вот снова иду. К сожалению, не удается иногда в связи с плотным турнирным графиком увидеть многие вещи, достопримечательности города, в том числе вот в Питере, какой раз я здесь, и особо я ничего не видела, а город потрясающий. Хотелось бы, ну, возможно, в следующий раз я буду немножечко умнее, приеду заранее и смогу насладиться городом как следует. Мы надеемся, что у тебя обязательно все сложится, и будет US Open, ты будешь играть в финале, и Тейлор Свифт, если ты еще не будешь на ее концерте, то она споет. Будет на моем концерте. Она будет на твоем концерте, споет, не споет, да. Может, просто посмотрит, как ты играешь, да, в теннис. Да, было бы замечательно. Мы желаем тебе удачи на турнире. Спасибо. И вообще на весь следующий сезон и спасибо. На карьеру. Спасибо большое. Стоп, снят?